В зале юные дарования в мире точных наук. Каждый из ребят – победитель специальной олимпиады по программированию. Она прошла в мае этого года. Организаторы постарались максимально адаптировать задания под каждого участника. К примеру, среди перечня вопросов не было элементов, которые бы выходили за рамки школьной программы. С испытанием блестяще справились 12 конкурсантов. Они набрали максимальное количество баллов. Мне олимпиада показалась достаточно сложной, но вопросы были достаточно легкие, надо было просто вчитаться. Я хочу в будущем стать программистом. Мне кажется, что мне математика поможет в этом. Интерес ульяновских школьников к числам и алгоритмам поощрил Александр Щербина. От основателя холдинга IT-компании дети получили именные стипендии. Суммарно это 600 тысяч рублей на поддержку и обучение в Центре дополнительного образования «Код успеха». Сам Александр отметил, это лучшая инвестиция в развитие нового поколения, а счастливые глаза финалистов – самая ценная награда для благотворителя. Когда мы смотрим на результаты, мы видим, что некоторые дети очень хорошо учились в школе, у них отличный результат по математике, но они, например, никогда не занимались дополнительной математикой или программированием. Мы таких ребят стараемся выявлять, привлекать, и очень часто они побеждают, начинают заниматься математикой уже профессионально. Именная стипендия Александра Щербины мотивирует ребятишек уже 3 года. За это время больше 30 школьников получили билет в мир точных наук. Стипендиаты прошли обучение, показали свои навыки на областных и всероссийских площадках. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.